В Караганде начался процесс по скандальному делу о мухобойке. На скамье подсудимых эпатажный правозащитник Евгений Танков, который в марте этого года ударил хлопушкой представителя Фемиды. Юристы обвиняют в неуважении к суду и неопасном для здоровья насилии. У судьи был поврежден мизинец. По версии следствия, представляя интересы одной из сторон в гражданском деле, Танков несколько раз без видимых на то причин ударил судью Алшинбекова мухобойкой. Судья расценил этот поступок как угрожающий жизни и здоровью и подал жалобу в полицию. Правозащитник же своей вины не признает.